Ну, слушай. Да. Ну что за подлый народ, эти арестованные, а? Идет такую моду взяли. Как только мое дежурство, начинают тюрьму раскачивать. Пока сидишь, ничего. Но попробуешь встать. Как влево накренили, а? Ой, а теперь вправо. Идет шагу нельзя ступить, чтоб за что-нибудь не держаться. Свалит о нее когда-нибудь. Обязательно свалит. Вот вот раскачают и свалят. Они понимают они того, что если такая огромная тюрьма рухнет, они все вдребезги разобьются. Потому что они все такие хрупкие. Ну разве можно им с третьего этажа падать? Хоть и сухие. В одно какое-нибудь место, и на душе станет спать. Что я себе взять не могу? Многих, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и шесть? Шестнадцать. Ну, конечно, где же мне четырьмя руками столько бутылок. Надо и какое-нибудь одно место. О! Горшочек. А, цветочек. А, сиренью пах. Выселять будем. Вот так вот. Протекает. Протекает. И все не поместится. Да, куда же все теперь лить, а? Куда? Знаю. Догадался. Не протекает! И все поместится. Господи, господин дежурный! Как же я там без вас соскучился? А я-то без тебя, дорогой мой. Ну иди сюда. Ты у меня сегодня как награда первомайская. Это не делай. Да вот хочу еще вино в одно место, как обычно, перелить и отнести в первый этаж. А ты что пришел? Ну как же. Разрешите доложить, господин. Давай. Арестованный Айзенштейн. А я знаю, зачем ты пришел. Айзенблюм. Спасать. Если б ты знал, какие у тебя сменщики, расстрелять. Я тебе говорю. Я их не видел. Вот смотри, обрадуйся. Слушай. Ну. Молодежь. Ой. Айзенблюм. Айзенштейн. Гей. Генрих, ну конечно. Требует адвоката. Какой ты хрен? Решите, я сбегаю. Нет, нет. А что?
Так вы чего отвернется, господин директор? Директор, он лучше здесь отойди подальше и тяни носом. Господи. Да, о, молодец. Да, тяни носом, отойди подальше. И, ну, подальше, да, вот давай, давай. И тяни нос, ну. Подходи поближе. Медленно подходи. И как почувствуешь, сразу стой. Понял? Давай. Вот здесь почувствовал, господин дежурный. Что почувствовал? Это, как ее, зависть, господин дежурный. Все башни, говорю. Как? Ну, весь букет перед? Давай. Все? Ну, да. Здесь первый раз. Это, значит, шампанское. Есть. Так, белое полусладкое. Было. Померанцы. Да. Полынное. Да. Коньяком. Стоп! Коньяком есть? Есть. Оставай запах коньяком. Стой, где стоишь? А, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Значит, ближе, чем на 6.5 шагов, так. Я к директору подходи, имею право. А что между вами вышло? Он ведь если еще хоть раз почувствует, что от тебя пахнет коньяком. Как? Вот так, уволю. Этот новый директор. Новый директор. Крутой, но справедливый. Как тот? Здесь он нету. А я с вами. Потом я им передам. Все равно передали, что я его похвалил. Да, вот знаешь, вот ведь мне пьяный в глаза резанул. Сразу. Да, мне ведь пьяный не нужно. Ты че? Вот это определить. Да, не любит. Не, ну, а как же? Так ведь в профиле всю страну ходит. Вот пьяно, говорит, не нужно. Ну, так вы не... Теперь не нужно. Теперь? Да, работать не надо. А как же? А как же, а ты нас ничего не будет. Так это... Да? Да что, потопали, то и полопали. Ну, так, еще напоследок. Да, как определить, пьяный или нет? Как определить? Вообще-то? Вообще-то. Господи, он человек, человек. Ведь он когда пьяный? Когда? Когда вообще ни бе, ни ме не выговаривает. А вы же как огурчик. Подожди, подожди, подожди. Не тварьте. Нет! Нет! Разрешите, я вас задел. Давай. Это же процесс. Давай, немножечко. Я здесь рюмочки посадил. Ой, дорогой. Давай. Я прямо отсюда из букета. Молодец. Изделие народных умений. Здравствуйте. С дрожжами попали. Ну, дай, за что пьем? За нашу встречу. За нашу встречу. За встречу. Хорошо, доверяй. Половину. Ме, доливай. Проверил. Ну, выпьем. За твои хорошие перспективы. Что потеряешь на косовице, чтоб наверстал на молодьбе. О, на еще давай искупайся, давай ты мой, а я искупаться хочу. Где? Я хочу в Дунай искупаться, я всегда на 1-2 мая открывал купальный сезон. Где, господин дежурный? В Дунае, маленький когда был. А сейчас, пожалуйста, Куда? Дунай хочу. Куда, вот эти другой опер. Нет, все равно, куда? Подождите, пока туда воду надо. А, хорошо. Куда? В другую комнату. Вот-вот вернется господин директор. Вот я сколько раз обещал, стоит в нашу компанию затесаться не пьющему, хватит. Сразу скандал. Бери бутылочки. Слушай. 6 бери ты, 6 возьму я. Давай. И мы с тобой пойдем. Надо было еще спеть и станцевать. Ну ладно, станцевать. Как раньше. А ну потом. Застольные времена. Ну подожди, Нильс. А в Дунаик мы
потом все-таки искупаемся. Обязательно, да. Сейчас пойдем. Мой милый честно, 20 лет я отработала все, что я могла. У каждого таланта, у кого-то на 3 рубля, у кого-то на 5, у кого-то на рубль. У всех людей по-разному таланта. Но я на свой талант работала столько, сколько могла, честно. И все, что у меня, весь мой талант, какой у меня есть, вот, я все это честно отдавала. Спасибо всем. Спасибо тебе, Рая. Всегда наш дом, всегда ваш дом. Да. Всегда вас ждем. И вы все здесь, в сердце. Все. Да, приедем, пришли. Мы всегда живем. Ребята, все, кто сможет, все, кто сможет. Сейчас ушли уборные, по рюмочке немножко. Обязательно. Офигеть. Девчонки, идите разгримировывайтесь. Ну иди, бегите разгримировывайтесь. Я хочу, знаете что, во-первых, это какой-то день, конечно, и сложный, трудный, и непростой, и для Раи. Марк уже претерпелся. Но я хотел вот что вам сказать. Я очень как-то тяжело это переживаю, но вместе с тем я хотел бы очень поблагодарить вас за то, что вы были и есть в нашем театре, потому что кроме вот того, о чем ты говорила, о 5% или 20% таланта, это два чудесных человека. И вот мы сегодня уходят от нас, они фермерство. Я, например, поддерживаю. Мне это страшно. В огородничестве. Мне это страшно. Не, ну до первого, что ты дойдешься. Когда-то, когда я учился, к нам пришел Гончаров и сказал, что я буду создавать свой театр, у него не было тогда театра, по принципу актер дефис человек. Ему это не удалось. Никому это никогда не удастся. Но среди очаровательных всех актеров бывают просто хорошие люди. Вот за хороших людей, талантливых, хороших людей, с которыми мы всегда вот здесь жили, и будем еще встретиться. Я надеюсь, что предложение Владимира Федоровича еще исполнится, и вы будете к нам приходить, играть. Ну мы желаем вам... За вами, за вами.